Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно интересных твистерках от компании Yum. Моделька называется Grab 2. Данные твистера имеют длину 2 дюйма или 5,1 сантиметра. В данном случае расцветчика у нас 0,8 Green Pumpkin. Произведены данные приманки в Америке, соответственно, написано Made in USA, ну и так далее, в принципе. Здесь, я думаю, все понятно, выглядит таким вот образом упаковка. К сожалению, по количеству приманок сейчас не могу точно вам сказать. Ну, можете посмотреть на сайте, пройти по ссылке под видео и посмотреть на сайте F-Magazine количество данных приманочек. Выглядит сам твистерок таким вот образом. В принципе, довольно-таки классическое изготовление. Очень такое толстенькое упитанное тельце, ребристое по всей окружности. Далее идет довольно-таки широкий твистерный хвост. При проводке твистерок у нас за счет того, что хвостик утягивается, имеет более большие, скажем так, размеры, то есть больше 5 сантиметров составляет. Данные твистерки отлично подойдут для оснащения ими их джиголовкой, жестко впаянным в нее крючком. Также отлично подойдут для офсетника с грузиком по типу чебурашки, либо одинарный крючок тоже с шарнирным грузиком по типу чебурашечки. Также данные твистера классно работают на поводковых различных оснастках. В частности, я применяю с приманками подобного типа отводной поводок. В принципе, я думаю, многие знают. Очень классно данные твистерки срабатывают по окуню. Именно вот больше всего мне нравится отводной поводок. Это обычный классический отводной поводочек. И также джиголовка жестко впаянным крючком на обычной равномерной проводке. Либо шарнир с офсетным крючком и на джиговой проводке. Вот эти три основных типа оснащений, типов проводки, которые я применяю. Зачастую, скажем так, применяю с приманками вот подобного типа, с твистерами. Очень классно реагирует в зависимости от периода и настроения рыбы окунь. Зачастую попадается некрупная щучка. Но, опять же, цель номер один на приманке подобного типа – это окунь. Причем, кстати, вот зачастую на обычной равномерке довольно неплохие экземпляры окуней мне попадались. Вроде как банальная примитивная равномерка, но очень и очень эффективная в определенные периоды времени. Ну, как правило, это летом. Очень рекомендую данные приманочки к приобретению. Применял я тоже приманки от компании Yum подобного типа, только в другой расцветочке были. Очень классно сработали. Вот решил тоже еще прикупить себе. Стоимость на данный момент у них вполне бюджетная. Могу смело порекомендовать. Причем упаковки их, ну, явно здесь больше 10 штук. Очень и очень много. То есть порядка 15 штучек, я так, если не ошибаюсь, в упаковочке. Ну, более точную информацию можно уточнить, пройдя по ссылке в описании под видео, повторюсь. Приобрести данные приманки можно в интернет-магазине F-Magazine. Также пройти, опять же, по ссылке в описании под видео. Всем, кому данный видеообзор был чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. До свидания.